Химках собрали очередную партию гуманитарной помощи для новых территорий России. Долгожданный груз отправится в Луганск. Инициаторами благотворительной акции стали сразу несколько организаций. Одна из них – Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев. Для мирных жителей ЛНР подготовили более 50 коробок одежды и предметов первой необходимости. Не забыли и про наших защитников. В составе груза есть спальные мешки и матрасы. В осенне-зимний период они обязательно пригодятся. Я считаю, что это наша обязанность – помочь нашим россиянам, которые проживают в Луганской Народной Республике. Мы это будем продолжать дальше. Думаю, что накануне новогодним праздником тоже будем отправлять. Я хочу выразить огромную благодарность нашим предпринимателям, которые живут, работают в городском округе Химки. Как отметил городской депутат и президент Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев в России, на призыв собрать помощь откликнулись даже азербайджанцы с далекой Камчатки. Никто не остался в стороне. Мы взяли на себя обязательство доставить груз в полной сохранности. Мы этим постоянно занимаемся, потому что у нас принцип нашей группы – из рук в руки. Там много людей, которым нужно помогать. Еще одну партию гуманитарной помощи для бойцов подготовили в Российской международной академии туризма. Груз привезли в региональный ресурсный центр волонтеры Подмосковья. Мы привезли генераторы, мы привезли тепловизоры, в которых испытывается острая необходимость, и газовые баллоны для того, чтобы они могли поддерживать свое жизнеобеспечение. Необходимую амуницию приобрели по просьбам самих бойцов. В ресурсном центре волонтеры Подмосковья собирают гуманитарную помощь на регулярной основе. У нас региональный ресурсный центр. У нас здесь работают волонтеры. Мы помогаем точечно семьям военнослужащих. Также отправляем туда гуманитарную помощь. Каждые 2 недели у нас ездят туда машины. С начала СВО жители Химок собрали и отправили более 150 тонн гуманитарной помощи. При поддержке главы Дмитрия Волошина в Химках работает Центр поддержки участников СВО и их семей. Елена Тараненко, Руслан Сафин, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.